Уважаемые гурманы, как вы поняли, у нас сегодня тема мясная, поэтому вегетарианцев прошу не беспокоить. Мы будем с вами готовить голяшку, ножку индейку, инди-лайт. Что мы будем делать с этой ножкой? Делаем аккуратный разрез. Кстати, вот здесь очень важно кожу не нарушить. Упаковку в сторону. Готовим соус. Соус у нас будет состоять из перетертого томата, острая аджика, чуть-чуть оливкового масла, лимон, так называемая копченая паприка, горчичка, немножечко тимьяна, перца обязательно. Что мы делаем с чесноком? Вот, в общем-то, вот такие вот небольшие кусочки чеснока мы как раз и будем загонять под кожу. Маленький нож, соус в сторону, надрез. Прорезаю мясо и чесночину туда, внутрь. Так, ножка нашпигована. Натираем нашим соусом. Оставляем мариноваться примерно час. А теперь долгожданная голяшка. Одного шампура нам бы было с вами, ну, мягко говоря, маловато. Наша голяшка отправляется на мангал. Смотрим, что получилось. Опа. А получилось хорошо. Сочно будет точно. Вот такая красота.